публикации название лучше зачитаю. Бондаренко не будет соперников Володина на выборах в Госдуму. Мы уже рассмотрели тему финала крупной политической интриги. Этой крупной политической интриги, скажем так, в толковании Андрея Караулова. Также Андрей Караулов сказал, что уже договорился с Николаем Бондаренко об интервью и в ближайшее время раскроет эту тему детальнее. Однако этого интервью на его канале еще нет. Зато Николай Бондаренко дал интервью другому блогеру. Он его дал Владиславу Жуковскому. Ролик на его одноименном канале Владислав Жуковский называется «Бондаренко испугался Володина, слив выборы в Госдуму». Его там легко посмотреть. Также хочу отметить, что Андрей Караулов осудил лично Зюганова и КПРФ в целом за данный поступок. Но Владислав Жуковский этого не сделал. Вот, кстати, как это объяснил сам Николай Бондаренко. Моя позиция не изменилась. Собственно, обращался к товарищам, говорил, что я готов, что пусть дайте мне, пожалуйста, я хочу самого, против самого сильного кандидата. Неважно, Володин, значит, Володин. Но съезд принял другое решение. Я не являлся делегатом, поэтому не просто не имел возможности голосовать, даже не присутствовал, потому что по уставу это закрытое обсуждение только для делегатов съезда. Также он объяснил, что письма к съезду от Вячеслава Володина, которое тот так горячо обещал, якобы принял вызов Николая Бондаренко, не было. Также подчеркнуто, что соперником Володина на выборах от КПРФ будет Александр Анидалов, который является председателем фракции КПРФ в Саратовской областной думе. Но и Бондаренко, и Жуковский подчеркнули, что считают его достойным соперником Володина. Ну и также Николай Бондаренко и Владислав Володин подчеркнули, что они поддерживают выдвижение кандидатов в депутаты от съезда. И особенно им понравилось, что кандидатами в депутаты выдвинуты Павел Грудинин, а также выдвинута команда Николая Платушкина. Кроме того, в связи с указанными событиями, интервью Владиславу Жуковскому дала Александр Анидалов. Ролик называется «Кто остановит Володина вместо Бондаренко? Саратов даст жару Едрусом». Его там легко посмотреть. Вот как сам Александр Анидалов объяснил то, что соперником Володина будет он. Это округ, на котором я в одномандатном округе победил в областную думу. Это округ, который мне хорошо известен. Это округ, который меня хорошо знает. Поэтому я надеюсь дать серьезный бой. Почему было принято такое решение? Ну, это съезд принял решение. Я думаю, потому что и Николай настроен тоже на победу. Ольга Николаевна настроена на победу. Мы, в принципе, по всем округам выставили очень сильную команду. Я думаю, в Саратове будет реальный бой. Я приглашаю всех принять в нем участие. Должен также сказать, что Жуковский, что Анидалов были очень оптимистичны и выразили уверенность в победе Анидалова. Равно как они выразили уверенность в том, что у КПРФ есть все шансы победить по Саратову Единую Россию. Что здесь можно сказать? Думаю, как ни крути, но поступка КПРФ, сколько бы его ни пытался обелить Владислав Володин, сложно найти оправдание. Николай Бондаренко сегодня самый популярный блогер интернета. Левый, вернее, блогер интернета. Напоминаю, на его каналах сейчас подписчиков в два раза больше, вернее, в 2,5 раза больше, чем у того же Николая Платошкина. И, конечно, для борьбы со спикером Госдумы логичным было бы использовать самую сильную кандидатуру, которой на данный момент располагает КПРФ, кандидатуру Николая Бондаренко. И произошедшее оставляет очень горький осадок, от которого, боюсь, никак не избавиться. Шансы Единой России из-за того, что она явно не собирается вести выборы честно, и без того очень высоки. Удаление же, так сказать, с главного участка борьбы Николая Бондаренко только увеличивает эти шансы. Мы не знаем, кстати, останется ли Володин спикером Госдумы, если выиграет выборы. А скажу сразу, есть мнение, что Кремль решил Володина с этого поста убрать и собирается поставить на этот пост Сергея Шойгу. Это логично. Шойгу, в отличие от Володина, еще сохраняет популярность. Но ясно также, что победа Володина – это в любом случае победа в интересах номенклатуры. КПРФ же явно не столько борется с номенклатурой, сколько имитирует эту борьбу. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики, какие именно вы видите на конечном выставке.